Только что команда специалистов одного из колледжей Оксфордского университета начала исследование, цель которого еще раз подтвердить тезис о том, что жить в подобном доме может быть полезным для здоровья. Он пропускает солнечные лучи, в которых нуждается любой живой организм. Мы уверены в том, что жить в соответствии со светлым и темным временем суток чрезвычайно благотворно сказывается на здоровье, полагает Иоаким Стормли Хансен, один из менеджеров проекта Photon Space. В исследованиях участвуют 30 добровольцев. Они будут жить в доме из стекла, приспосабливая свои жизненные заботы и повседневность под ритмы рассветов и закатов. Поразительное ощущение, потому что вы впервые обращаете внимание на самые простые детали, вроде пролетающих над домом птиц. Тут очень тихо, спокойно, прекрасная звукоизоляция. Эксперимент, как сообщается, продлится полгода. Мы хотим выяснить, какого рода матрицу поведения ритмов сна и бодрствования лучше выработать, чтобы подольше сохранять здоровье как физическое, так и ментальное. Мы убеждены в том, что наше самочувствие зависит напрямую от количества солнечных лучей, что мы получаем ежедневно. Если доза их уменьшается, наш организм начинает хуже функционировать. Ученые хотят выяснить, имеется ли корреляция между дозой дневного света и такими недугами, как ожирение, диабет, высокий уровень стресса и некоторыми другими неврологическими заболеваниями.